куда едете? Не знаю, куда. А нет. Это сейчас точка сборки или просто остановка? Нет, катаемся по памятнику. А это как бы уже середина? Нет, первый раз с этой компанией, я не знаю. Классный байк. Как
с ребятом. Когда мы возвращались, да, 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 да.
check. Давайте, блин, ребят. Thank you.
Yeah.
О, сыграл новую музыку. Irish Cream теперь. Я хочу. Возле Красной площади, да? На Никольской. А? На Никольской. Ну, да. Прикольно. Канал Bike Ride in Moscow. Bike. Велопрогулки по Москве. Нет, ну я сейчас закажу. Как еще раз? Bike Ride in Moscow. Велопрогулки по Москве. Где-то через два дня выложу.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Элвиса Пресли здесь катил, и песня очень похожая. Королева красоты. Крыла длина. Не, он, конечно, так катался Пресли, не танцевал с микрофоном. Но что-то у меня было такое. Да не, он не офигел. Да-да. Он не тихий. Thank you.
place to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sing. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure. Мы сейчас уезжаем. Нет, просто катайтесь. Мы видео снимаем и уедем. Мы не нормальные. Здесь просто двор для посетителей пешего порядка. Здесь не на велосипедах. Люди не заходят, не катаются. На пустом месте каких проблем? Thank you.
Режим вахтера. А? Режим вахтера. Пожалуйста, не надо на поле настроения. Мы здесь в погоне.
Это не запрещено. Это не запрещено. Это нету дети, в кого мы сбили. Покажите, хотя бы один. Мне 55 лет. У меня Вызывай. Я ругаюсь на русском языке, это мой родной язык. И что? И что? И ничего. А что, на русском языке? Это литературный. Да, это литературный язык. Вы можете все литературный язык. Я вас не оскорбил. Я вас оскорбил, я вас брать не могу. Нет. Я сказал это для связки слов. Это не является нарушением. Ну вы тут стоите, а у нас женщины. Ну, дальше. Вот. Вот это точно такой же, точно такая же претензия к нам. Вы взрослые люди. Вы понимаете, вы залетели, вы тихонько заехали. Это ваше субъективное оценочное. Кто залетел? Два метра сейчас. Они пришли, они приехали на своем городе. Они вышли на свое какое-то учреждение. Люди пришли к культуре приобщиться. Вы не зашли, вы залетели. Я еще раз говорю. Кстати, у меня все записано на камере. У нас все на камеру записано. Зачем вы ругаетесь? Какой смысл ругаться? Я понимаю, как вы ругаетесь. Вот это называется культурные места, да? Ты приходишь, тебя тут начинают прессовать. Пытаться во всяком случае. Не, подаешь, без оснований. То есть люди должны прийти. Они должны вести себя культурно, адекватно. Они, блин, какие-то быдло подошли и стали тут предъявлять. Блин. Да ладно. Нет никакой ни культуры, ни образования у людей. Да хули, блядь, приехали на вахту, блядь, в Москву, ходят пальцами в деревню. Министерство. Сейчас поедем все домой, будет выходные, все жрать. Все, пойдем. А тут приехал. Короче, смотрите. Вкратце. Вот это вот оригинальные элементы, да, которые декоративные элементы, которые были установлены на триумфальной арке, посвященной войне, победе в войне, Великой Отечественной войне 1812 года. Ну еще той войны. Германия там что? Нет. 1812 года. В Германии была война с курсом. С французами. С Наполеоном. С Наполеоном война. Ну просто вот там тип вот этот. Наш с этим дуболом на руку, у чувака немецкого по-моему тарелка. Вот смотри, изначально нет. Это мы победили в русско-французской войне. В отечественные. И вот эти элементы, это оригинальные того времени, они стояли на площади 30-й. Thank you.
спрашивают, ну, таких людей.